Не ревнуй. Не могу. Но правда, у нас с тобой все по-другому. У нас с тобой, чувствуешь, как будто мы стометровку пробежали. Ты такой классный. Любую выбирай. Аркадий Юрьевич? Да, чем могу быть полезен? Скажите, на каком основании операцию Сергея Терехина перенесли на неделю? Вы, я так понимаю, его жена? Жена и директор. Так что случилось? Его случай не самый серьезный, так что время терпит. Не серьезно? Вы шутите так? Даже не думаю. Вы знаете, сколько я график подкатывала? Встречи, поездки, съемки, чтобы все совпало. Чтобы везде успеть. Это вы сейчас серьезно? Съемки? У Сережи плотный график. Ради вас он планы переносить не будет. Так что операцию надо сделать, когда я ее поставлю, в конце недели. Чтобы реабилитационный период пройти вовремя. А то что? Ну, людей просто идет. Так как поступим? Ну, смотрите, в ближайшие дни у меня планы операции, перенести их не могу. В ближайшие дни. Издеваетесь. Я же сказала, Сережа очень занят. Он сейчас в Европе. А, ну тогда я ничем не могу помочь. Кажется, я поняла, в чем дело. Сколько? Что сколько? Ну, сколько вы хотите, назовите вашу сумму. Нет, это вы меня не поняли. Для вашего мужа перенести операцию – это нарушить график, а у кого-то жизнь под угрозой. То есть договориться с вами невозможно? Вот теперь вы меня поняли. Ой, Машунечка. А я лифт не слышала. Ну, как твой? Турецкий? Нормалте. Вот, это у нас Василий, сторож в школе. Это он так говорит. Как не спросишь его, так у него всегда все нормалте. Вот и я 8 языков выучила, и как Василий. Ну, как? Две недели, а? Лучше бы балкон отделал. Это же Тадж-Махал, ма. Курочка, Машуля. Ой, она все балкон, балкон. Она тобой гордится и без балкона. Машунь, да сделаю я этот балкон. Вот Тадж-Махал закончу, и все будет. Игорь. Из больницы звонили, сказали, что у Маши в конце недели операция. Ой. Мамочка. Ну ты чего? Все будет хорошо, все в порядке.
Еще на сеанс, который через 40 минут. Я передумала. Ну, хорошо, давай просто прогуляемся, сходим в театр. Я не про кино передумала. Я про нас передумала. Я хочу развестись. Опять. Не опять. Сейчас все по-другому. Кто-то есть? Да почему сразу кто-то есть? Мне просто надоело ждать тебя все время с работы. Мне надоело самой развлекаться. Ну, в прошлый раз обошлись без развода и ничего, живем. Как живем? Ну, как мы живем? Как соседи? Как родственники? Я тебе кто? Мама? Бабушка, тетя, подруга. Я женщина. Я любви хочу. Ясно. Что тебе ясно? Что тебе ясно? Ясно, что ты сейчас не в духе, хочешь развода. Пойдем подадим заявление. Не знала, что ты так быстро согласишься. Я просто надеюсь, что ты передумаешь. Послушай, что тут передумывать? Что между нами общего? Хирург, риэлтор. Общего ноль. Хорошо, что еще та беременность не сохранилась. Так бы тянули сейчас лямку ради ребенка. Но это неправда. Ладно, короче, давай приезжай, погоняем с тобой по морю. А, кстати, ты же не знаешь, я себе бэшку купил. Ну, бэушную, и сейчас ее доделал. Блин, там такой крокодил получается вообще. Когда ждать-то тебя? Ну, через месяц. Наконец-то поеду не в больницу, а как нормальный человек в гости. Ну, а кстати, и море тут тоже охват. Янтарь прямо под ногами валяется. И, кстати, свой дом тоже, это очень круто. Казалось бы, да, вот я бы никогда не подумал, а реально заценил. И огород, небось, копаешь, да? Ой, да ладно, ты бы тоже начала копать. Давайте продавайте свою клетушку и приезжайте к нам. Дом вот по соседству продается. Будем соседями опять. Блин, ты же меня опять троллить будешь, да? Этим своим немецким, польским. Я, кстати, по-английски до сих пор не понимаю. Я соскучилась, Андрюш. Я тоже. Давай, приезжай. Нин!
полночи по городу босиком ходила, как 18-летняя. Как же мне хорошо. Подруге тоже понравилось? Скучно это, Марк. Нет тебе ни страсти, ни поэзии. Один быт. Раньше это называлось надежностью, и тебе это нравилось? Теперь я другого хочу. Гулять по улице с подругой? Не было никакой подруги, я с мужчиной была. Вызывал я к тебе. А я, Аркаш, как раз к тебе. Слышал, ты встречался с Терехиной. Нет, ну она, конечно, баба Гром. Но чтобы она тебя так быстро достала. Нет, Терехина, конечно. Нина? Нина. Нина, Нина. Не склеивается у нас. И я уже не хочу. Мужик у нее. Понимаешь? И похоже, что давно. Дела. Здравствуйте. Добрый день. Ну, хотя бы понятно, почему ты на взводе. Плохо, что башка этим забита. Послушай, а может тебе денька 2-3 взять? Приди в себя. Найдешь, кем заменить? Устрою. Ты только по графику посмотри, кого передашь. Давай всех до Петрова. Петрова сам прооперирую. Это через 3 дня. Аркадий Юрьевич, к вам Петрова на консультацию. У ординаторской ждет. Ну, вот как раз она. Спасибо. До Петрова. Я ее мама. Проходите. Понимаете? Вы понимаете, мы же в области живем. А такая дорога сложная и в электричках, и в метро. Я думаю, ну чего ж она будет трястись туда-обратно? Ну, в карточке все есть, и анализы, и обследования. Вы не волнуйтесь. Раз все здесь, то ее присутствие не обязательно. Ну, вот и я так подумала. Мало ли сквозняки. Растужаться нам категорически нельзя. То придется операцию переносить. Мне сказали, что это все вы, что это благодаря вам операция. Спасибо. Благодарить пока рано. Ну, как же. Знаете, когда мы узнали про ее этот порок сердца, ей 8 было, и все. И ни минуты покоя. И все время думаешь, мало ли, этот приступ, и лечим, лечим, а этот порок все развивается и развивается. Сейчас Машенька будет здорова. Ну, к сожалению, гарантий никаких нет. А как нет? Ну, операция же. Случай очень непростой. Я бы даже сказал, тяжелый. Да, тяжелая. Мы знаем, тяжелая, да. А вот по ней так и не скажешь. Это ж, если беречься, так как здоровая. Это бессимптомное протекание болезни. Угу. А у вашей дочери очень тяжелая ортальная недостаточность дисфункции и выраженная дилатация левого желудочка. Поэтому в ходе операции возможны осложнения, и получается, что благодарить пока очень рано. А вы сказали, что возможное осложнение, это как это? Это значит, что шанс интраоперационной остановки сердца и летального исхода во время операции и операционных суток очень высок. Летального исхода. Так, а это же через 3 дня?
это коньячок с сухариком. А если не делать операцию? Вас как зовут? Алевтина Семеновна. Операция даст вашей дочери шанс. Без операции шансов у вашей дочери нет. А при таком прогрессировании стеноза очень высока вероятность ВСС. Я знаю. Внезапная сердечная недостаточность. Смерть. Хорошо, что вы это понимаете. Давайте я вам все подробно объясню. Другого нет. Ну как нет? Ну а Германия, Израиль опять же. Ой, сколько мы уже прикидывали. Нам на эту Германию, даже если мы квартиру продадим, с последними штанами и то не хватит. Кредит возьму, у друзей займу. Опять же, на работе. Много тебе на твоей работе дадут военному инженеру? Слушай, ну зря ты так. Люди в беде не бросят. Сколько случаев бывало, когда всем скопом сбрасываются и... Так на это время надо. А у Маши его нет. Она в любую минуту может. Ты в одном тапке. Зато ты почему-то в двух. Далеко собралась. Мамочка, ты, пожалуйста, только не волнуйся. Я сейчас просто пойду погуляю. Ночью. Ну, ночью ведь люди тоже гуляют. Ночью люди спят. Игорь! Мам. Игорь, она гулять собралась. Не нужно. Что значит нужно? Я никогда не гуляла ночью. А что ты стоишь? Скажи ей. Я ненадолго. А она ненадолго. На 10 минут? Вы что, с ума сошли? Там же холодно. Мам, я тепло оделась. Так, давайте я тоже, пожалуй. Мы ненадолго. Пару кругов, вокруг дома. А ты пока чайник поставь. А если мы замерзнем, ты нас чайком-то и отогреешь. Машунь, что-то не так? Что-то случилось? Я слышала ваш с мамой разговор. О моих шансах. Маша, ты не думай об этом. Пап, не получается. Это могут быть последние 3 дня в моей жизни. И один из них уже начался. Я понимаю, ты волнуешься. Но надо взять себя в руки. Пап, я могу умереть в больнице. И я ничего, ничего в этой жизни не видела, кроме больницы книг. И могу еще не увидеть. Машенька, все будет хорошо. Пап, ты можешь поклясться? Нет. Ну вот зря ты ей потакаешь. Ей беречься надо, а не по ночам гулять. Пойдем.
конечно. Никто ж не отпустит, даже если заплачу. ЕГЭ же. Ясно. А чего ты спрашиваешь? Аль, слушай, только не ругайся. Послушай, я, конечно, хотел семьей, но раз ты не можешь, в общем, мы с Машкой решили на эти 3 дня в Зеленоградск, на Курскую косу, ну, к Франо на море рвануть, а? Море? Какое море, я тебя спрашиваю? Аля, она никогда нигде не была. И что, а сейчас приспичило, когда любой чих и все? Могут операцию отменить. Потом поедет. Или не поедет. Игорь, знаешь, вот ты мне душу не рви, хорошо? Это Машкино желание. Она все знает. И слышала наш разговор. Слышала. И она хочет прожить эти 3 дня, как обычный, нормальный, здоровый человек. Я ее понимаю. Нет, дорогой мой, я этого понять никак не могу. Поэтому никуда вы не поедете. Мамочка, Наталья ведь у нас самая добрая. Самая умная. Поэтому мой ответ, что твоему отцу, что тебе, он один. Нет, вы никуда не поедете. Мам. Ну, пусть у меня здоровье слабое, но характер-то у меня сильный, весь в тебя, ну. И что это значит? Ну, это значит, что я не собираюсь сидеть и ждать. Это значит, что у меня есть свои деньги. И я поеду, хочешь ты того или нет. Ты никуда не поедешь. Это что значит, что ты меня запрешь? Знаешь, когда ты была маленькая, тебя из дома выгнать было невозможно. Ты сядешь, книжками обложишься, только странички шуршат. 3 дня тебе нужно потерпеть. 3 дня можно потерпеть? Мама, ты пойми меня, но мне же страшно, мамочка. Но я не знаю, что будет после операции. Я знаю только то, что я эти 3 дня я проведу в полном ужасе. Машка, Машка, тихо, 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 Аля. Тихо! Детка, ты поедешь. Я не буду тебя запирать никогда. Моя Маля. Правда, но только я еще до конца сама не верю. Ой, я вам подарки везу. Круто. Все, давай, я отменяю все дела. Сам вас встречу в аэропорту. Никто на тебя не смотрит. Можешь хоть на голове стоять. Ой, ну когда же мы уже полетим? Да, что странно. Давно уже должны были регистрацию объявить. Внимание пассажирам рейса 765 Москва-Калининград. Ой, это наш. По техническим причинам рейс отменяется. Подробную информацию можно получить в стойке администрации. Как отменяется? Альтернативные варианты такие. Возвращаем полную стоимость билета или оформляем вам
билеты на завтрашний рейс. Ну вот. Целый день потеряем. Так, давайте возврат. Сейчас что-нибудь придумаем. Рейсы на Калининград завтра. 12:00 и 16:40. А раньше никак? Нет, к сожалению. А, подождите, подождите. Появились снятые с брони билеты, но регистрация прямо сейчас. Отлично. Есть два билета? Мне один. Угу, паспорт, там пожалуйста. Два билета есть. Мы не летим? Пожалуйста. Извините. Да. Понимаете, у нас рейс отменили. Вы не могли бы нам уступить эти два билета? Нам очень нужно улететь сегодня, сейчас. Я прошу прощения, но у меня сложились так обстоятельства, что мне тоже нужно улететь сегодня, прямо сейчас. Простите. Да послушайте вы, ну... Извините, пожалуйста. Пап, пожалуйста, не надо. Не нужны нам ваши билеты, спасибо. Поедем завтра, все. Так. Ты можешь полететь одна? 2 часа в самолете. Андрей тебя встретит. По городу погуляете, к морю сходите. Завтра я прилечу. Машуня, ну? Папа. А как же мама? Спасибо, девушка. В конце концов, не съешь же она нас. Давай, разберемся. Слушаю вас. Билет до Калининграда. Первый раз летите? Такая неразговорчивая. Ой, так это же вы. Кому я билет не уступил? Сердитесь на меня, наверное, осуждаете? Нет, не осуждаю. Я бы на вашем месте, наверное, так же бы поступила. Почему? Потому что я никогда не видела море. И у меня есть только 3 дня, чтобы его разглядеть. И когда я его увижу в следующий раз, неизвестно. Уважительная причина. У вас тоже, наверное, уважительная, раз вы так торопитесь. Да? Я даже не знаю. Море я видел много раз. Я, честно сказать, лечу, чтобы обстановку сменить. По большому счету, мне и лететь-то все равно куда. Вот теперь осуждаете. Мне просто не нравятся такие, как вы. Еду к тебе в аэропорт, и тут, бац, у меня машина накрылась. А ты цел? Все в порядке? Да я норм, я к тебе приехать не могу. И что делать? Да что-то сломалось, не знаю, вот жду эвакуатор. Что делать-то? Ну, хватай такси и иду сюда.
Ну, прямо вдоль шоссе ты меня увидишь. Предки на работе, так что дам ключи, поедешь к нам домой. Хорошо, поняла. Да, давай. Здравствуйте, до Зеленоградска подвезете меня? За 1,5 штуки. Хорошо, давайте. Хотя нет, подождите. А у меня же деньги у папы. А где папа? Папа там. Ну так иди к папе, пусть даст денег. Тебя куда? Мы же на ты не переходили. Мне в Зеленоград. А, ну слушай, мне в ту же сторону. Давай подвезу. Давайте подвезу. Я вас очень прошу, позвольте мне реабилитироваться. Мы вместе доедем, вы увидите, что я не такой плохой, как вам кажется. У меня нет денег. Ясно. А совесть у вас есть, честное слово, или так будем стоять? Зовут Аркадий. Маша. Очень приятно, Маша. Значит, в самолете в первый раз летела, море увидела в первый раз, и денег вообще нет. Вы очень интересная личность, Маша. Самая обычная. Ну и где же эти самые обычные обитают? В самом обычном городе, на обычной улице, в обычном доме. Вот уже сколько живу, а таких обычных не встречал. Вы первая. Ну, наверное, потому что вы очень незаурядны и общаетесь с такими же. А может быть, мне вообще повезло, если вы на всем белом свете такая единственная. Вы что, это заигрываете со мной? Ну, а если даже так, то что? У меня парень есть. Ну, если есть парень, то все, едем молча. Смотрим в окно и любуемся пейзажем. Вот, вот он. Вот тут притормозите. Ну давай, как же броситься на меня? Все дела. Машка! Тысячу лет тебя не видел. Ой, слушай, ты пока ехала, я тебе звонил, звонил, прям обзвонился. А ты недоступна, недоступна. Думаю, что такое? А потом понял, здесь связь плохо работает. Ты за меня волновался. Ну, конечно, за тебя, Мань. За тебя. А это кто? Девушка моя. Давай познакомлю. Держи. Прошу. Прошу, Снежик, Снежанна, Маша. Маша, Снежанна. Привет, я о тебе столько слышала, мне даже кажется, я тебя давно знаю. Я что-то ничего не слышала. А что ж ты не сказала, я бы и девушке твой подарок привезла. Ой, да ладно, перебьется. Что случилось? Да фиг его знает, что-то… Может, трос есть? Не-а. Да ладно, поезжайте, мы эвакуатор дождемся. А ключи дай, пожалуйста. А, да. Вот смотри, вот этот от дома… твоя комната, как заходишь, сразу вот прямо и направо. И там на столе мама сюрприз оставила, так что чувствуй себя как дома. Адрес переписки посмотришь.
Ну и кто это был на дороге? Парень мой. Но только не мой. А теперь Снежанина. Я к нему сюда ехала. А теперь все зря. Что зря? Ну все. Поездка вся эта. Я-то думала, как приеду к нему. Мы будем на машине. Целоваться будем. Ты ради этого сюда и приехала? Да. Я ни разу не целовалась. Да, конечно, трагедия. Целоваться она не умеет. Такая дура. Зачем я вам сказала? Подожди, ты что, с ума сошел? Да, правда, целоваться не умеет. Научи. Видишь, ты какая? Какая? Смелая. Смелая. Ну что, если такая смелая, напишешь свой номер? Только у меня на условие. Это будет легкий курортный роман, веселое приключение. Через 2 часа приходи на набережную. Не Ой, ну ладно, хорошо, пап. Давай я тебе завтра позвоню еще. Все, целую, пока.
Ты мне звонила, что-то случилось? Ты на почту смотрела, тебе там варианты размена скинула? Нет, я еще не смотрел. Так посмотри. Посмотри и дай мне ответ. И будь на связи, не пропадай, как сегодня. Давай я тебе вышлю телефон и адрес. В гостинице, если что. Когда ты строгая, это так возможно. А у них большого выбора не было, поэтому, надеюсь, неплохо. Приятного аппетита. Здрасте. Маша. Я ждала тебя час. Я прошу прощения. Пригласила, не пришел. По-моему, ты хам. Вот так. Но вообще, я тебе написал СМС. Где было сказано, что я не приду. Точно. У меня же телефон сел. Я не видела. То есть выходит, что хамов у нас нет? Ну, извини. Ну что, пока? Ну, подожди. Почему ты передумал? Ты ведь хотел веселого приключения. Ты меня не пойми неправильно, ты очень... Я тебя даже сначала не узнал, очень красивая. Правда. Но в этой истории у меня будет такая роль зрелого соблазнителя и малолетки. А это не по мне. Значит, ты считаешь меня малолеткой? Да. И я не знаю, чего я хочу, да? А чего ты хочешь? А это уже не твое дело. Простите. Продолжим? Готов сделать заказ? Да. Вот это. А, сангрита, минуточку. И во что же ты веришь? Ну, как во что, я не знаю. Привет. Я Ренат. Маша.
еще одна. Ты тоже вроде один. Точно. Может, откроем клуб «Одинокие сердца»? Зачем? Будем пары ходить, чтобы к нам никто не подкатывал и нашего одиночества не нарушал. Ой, ну, в силу своей работы я могу верить только в жизнь и смерть. Ну, серьезно. Я вот обожаю на танцполе в одиночку подергаться. А вот девчонки ко мне постоянно липнут. Кстати, пошли на дискач вместе. Спасешь меня от них. Ну, это забавно. А ты офигенная. А как же добро и зло? Добро и зло, мне кажется, это пища абсолютно лишняя. Во, смотри. Пялится и пялится на меня. Ну так что? Спасешь меня ото всех? Может, сам выпьешь? Тебе что надо? Проблем хочешь? Пошли отсюда. Не пойду я никуда с тобой. Слышал? Вали давай. Позовите полицию! Бежать! Полиция! Полиция! Стоять! Ну, стоять! Этот ваш! Иди сюда! Это что такое? Да не я! Стоять! Я тебе сказал! Идем! Вот ты! Не рыпайся! Давай! Куда их повели? В отделение здесь за углом. До утра просидят, голубчики. А может, больше. Мы приезжаем, трое. Там их трое. Все же вверху. Аркадий Юрьевич, ну уж, бога ради, переборщили. Ну, служба такая, извините. Отдыха вам хорошего желаю. Спасибо. Удачи. Всего доброго. Всего доброго. Ты меня что, преследуешь? Спасибо. А то я думал, ты снова пришла целоваться, учиться. Ты вообще не понимаешь, что ты наделал? Конечно, не понимаю. Ты меня продинамил, ты мне вечер испортил. Время мое забрал, ты понимаешь? Не понимаю.
Единственное, что я заметил, что ты не очень рада меня видеть. Ну, это слабо сказано. Ну что, не буду тебя нервировать. Пока. Надеюсь, навсегда. Здрасте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а тот парень, второй, который в кафе был, Ренат, его когда выпустят? Ренатик-то? Ага. Он у нас надолго. Почему? Вот так вот, в розыске он. Как это? Ну так. Недавно двух туристок клофелином угостил. И того, с дружками развлекся. Так что повезло. Повезло, девочка, повезло. Спасибо. Пожалуйста. Неприятные воспоминания? А где? Следующая остановка – горполиклиника. Горполиклиника. А вы не отсюда. Вам куда? Я могу вас проводить. Я, кстати, Кирилл. Спасибо, Кирилл. Но я сама. Мама, скажи, а у тебя было такое? Вот нравится тебе человек долго, а потом бац, и не нравится. Да это я так в книжках прочитала. Мам, я очень хорошо себя чувствую. Ну, зачем ты мне опять про здоровье? Как спалось? Здорово. Чего ты дурацкие вопросы задаешь? Переходи сразу к делу. Да ладно, ладно. Слушай, Аркаш, не в службу, а в дружбу. Там в местной больнице заведующий мой знакомый. Очень нужна твоя консультация. Что ты делаешься, что ли? Я думаю, я тебе ракушку привезу, а ты меня сразу в больницу тащишь. Я же вроде как отдыхать приехал сюда. Ну, а приятное с полезным совместить слабо? Или ни секунды свободны? Время у меня как раз навало. Ладно, кого проконсультировать надо? Нам было очень интересно ваше мнение. С одной стороны, малотравматичность, с другой – отсутствие отдаленных вариантов. Да, отсюда невозможность объективной оценки. Да, ну что ж, я так понимаю, что, конечно, поле для исследования не паханое. Я очень рад был вам помочь. Вы звоните, если что. Ну что вы, это мы вам благодарны по гроб жизни. Потому что такой тяжелый случай, мы были просто в тупике. Да, если бы не вы, мы бы просто потеряли нашего пациента. Так что, если вам что-нибудь нужно, ну хоть что-нибудь. Ну, в общем, ничего не нужно, просто подскажите, может быть, есть какие-то достопримечательности? На море. На море был. А может, на залив? На Курскую косу? Мне там домик, лодка. Спасибо. Это вам спасибо еще раз. Спасибо огромное. Всего доброго. Нет, даже не сомневайся, это твой цвет. Да. Послушай, а название знаешь какое? Поздняя вишня. Ну все, я заказываю, да? Ну, не сомневайся, это твой цвет. Так, а здесь ли родивые хозяева? Не горю. Здорово, брат. Ну, видишь, Люда, пошел. Слушай, я тебе потом перезвоню, ко мне гости просто приехали. Машина греется. Понятно. Игорек, родной! Привет, привет. Привет. Ой, какой тут. Ну, ты все купил? Да купил, нормально все. Да что ты стоишь? Давай, бери вещи. Дай, дай, давай. Так, стоп. Дай я на тебя посмотрю. Да что ты смотришь? Ну, нормально все. Так, а жену почему с собой не взял?
У вас все нормально? Да все нормально. Верунька передает привет. Вон там вон подарки. Кстати, где Маша? Маша! Маш! Она с Андреем. Он город ей показывает. Ну что, Игорек, помнишь, как мы с тобой душевно отдыхали? Шашлык-машлык. Ну вы же завтра вечером уезжаете, да? Да. Ну вот мы и решили. Давайте как раньше. В лес? С ночевочкой. С палаточками, с семьями. Классно, а? Заметано. Да, только Андрею, конечно, должно будет неинтересно. А вот Маше будет познавательно. Ну, может, и Машке это будет неинтересно. А что такое? Да, ничего, там свои дела, что ли? Да, все нормально. Так, стоп. Не темни. Ну, в общем, у нее через 2 дня операция. Так это ж хорошо. Хорошо-то хорошо. Доктора гарантии не дают. Самое главное, Машка об этом узнала. Бедная девочка. Слушай, так, может, ну и эти шашлыки? Не-не-не, ребят, не надо. И так всю жизнь под присмотром. Давайте так, шашлыки для нас, а Машка пусть проведет эти 2 дня, ну, как обычный человек. Логично. Подожди, ты что, оставишь ее одну? Надюш, ну ей же не 10 лет, ну. Тем более Андрюха будет с ней рядом. Да. Так, и живем. А еще Снежек у меня, слышишь, ради меня вязать научилась. По ней не скажешь. Ну вот, я ей говорю, где она, где спицы. А вот делает. Ну, вообще она у меня, знаешь, такая... Не могу. Вот сидит сейчас на работе, вяжет мне шарф с оленем. Серьезно? Угу. Скучаю по ней вообще. Бать. Алло. Иди. Да. Ну, как вы там? Да норм, он. Машка балдеет. Слушай, сын, тут такое дело. Что такое? Машкин отец прилетел. В общем, у Маши... Маш! Маш, ну чё ты как? Чем займемся? Слушай, может, домой не устала? Может, на гидроциклах кататься, а? Подожди, там классный есть парк, качельки безопасные. Ты что, боишься, что ли? Я не поняла. Ну, только за тебя. Ну, это ерунда. Давай пойдем кататься. Да ну подожди, ну там это, брызги, ветер, глубина. Хватит, хватит придуриваться. Пошли. Да подожди, я серьезно. Так, я пошла одна. Маш. Оставайся на диванах. Все, пока. Теперь сами попробуйте без меня. Вам все понятно? Да, все понятно. Старт, газ, держу равновесие. Лучше не доехать, чем приехать. Все верно. Спасибо. Удачи. О, кого я вижу? А ты меня точно преследуешь. На все эти нападки для отвода глаз. Снежек, привет. Слушай, ну в киношку сегодня не получится. Ну вот так. Да ладно, тебе завтра сходим. Ah.
Что с тобой? Что, заглохло? Не дождешься. Какая самоуверенность. Только ездишь, как черепаха. А может, на перегонки до того маяка? Туда? Ну и что, заставки? Кто придет первым, тот загадывает желание. Ну, давай. Каталась? Ты еще здесь? Да, что, тебя брошу, что ли? На. Короче, батя звонил, они в лес с ночевкой укатили. Так что мы можем делать что угодно. Кино. Мне кажется, ты должен с другим человеком идти в кино. Да ладно, я со Снежком 365 дней в году. Ты уезжаешь завтра. И что, теперь нянчиться со мной, что ли? Да ладно, я не собирался. Хотя, отвези меня домой, а? Пошли. Папа фотографию прислал, смотри. Какие счастливые. Слушай, я сейчас быстро по делам сгоняю. Я наберу. Знаю я твои дела. Давай, беги к своей ненаглядной. Я тут.
Аркадий. Аркадий? А это ты? А ты кого-то другого ждала? Нет, я же тут никого не знаю. Ладно. Так это ты все устроил? Зачем? Ну как зачем? Посмотри, как красиво. Романтично. Романтично, вот именно. С какой стати? Да убери ту улыбку эту со своего лица. Как будто в театре. Ну ладно. Но ты мне вообще всегда нравилась. Я даже в тебя был влюблен, хотел поцеловать. Тренировался на катке из третьего подъезда. Ну теперь-то у тебя есть Снежек. Зачем тогда все это? Ну я... Я про операцию узнал. Хотел приятно сделать, а Снежек... Ты не думай, она... Она в курсе и все понимает. Пожалели. И девушка твоя решила меня пожалеть. Одолжила тебя мне, да? Маш, ты чего? Ничего. Из жалости все это мне не нужно. Если я и хочу любви, то ни в коем случае не из жалости. Я хочу любви настоящей. Маш, ну перестань. Уходи. И без тебя тошно. Ну как я уйду? Ну а вдруг с тобой что? Что? Тахикардия есть не справляюсь. Сердечный приступ? Так ты мне тут не поможешь. И если это прямо сейчас случится, то я начну терять сознание, у меня расширятся зрачки, дыхание будет шумным и частым, потом прекратится совсем. Я умру через одну или две минуты. И ты мне, ну, ничем, ничем не поможешь здесь, понимаешь? Поэтому что ты есть, что тебя нет, все равно. Папа это понял и оставил меня. Оставь и ты. Ладно. На связи. Да. Алле. Прости, дорогой, испорчу тебе утро. Да у тебя это все равно не получится. Скажи, дети самые большие. Я тебя предупреждал насчет Терехиной?
Так вот, обозлилась она. Слушай, ну и пусть она обозлится. А, слушай, это собака, которая не только лает, но и кусается, понятно? Она журналюк на тебя натравила. В сети такой пост написала. И такой ты, и сякой, и розетокий. Слушай, и так бойко, даже я поверил. Тебя там эти доброжелатели телефон еще не оборвали? Слушай, я видел, я просто телефон на беззвучный поставил, чтобы меня не беспокоили. Не мешали чему? Олежка, тебе скажу, я девушку встретил. А, слушай, знакомый тон. Ну, рад за тебя, дружище, рад. Только ты там не расслабляйся, да? А то Терехина не дремлет. Ну, все, у меня шавасана. Как интересно. А можно Аркадия к телефону? А он вышел. А, вы работаете в этой гостинице? Вы горничная? Нет, я тут не работаю. А что вы, что в 8 утра вы делаете в номере моего мужа? Вашего мужа? Да, он не сказал вам, что он женат, прежде чем затащить вас в постель. Маша. Маша! Ты вообще, конечно, я тебя не ожидал. Но всю ночь, не пойми кому, домой. Где ты вообще нашла эту подругу? На улице. На улице. Ну, хорошо, не с мужиком. Хотя... Ты что такая? Да подруга историю рассказала, из головы не выходит. Ну, что за история? Ну, она с одним мужчиной была. Влюбилась. А он оказался женатым. И что это было? Да чё-чё. Попользовался и все. Ну, а если она ему скажет, что она его любит? Он обрадуется. Обрадуется? Конечно. Маш, ну он с ней спать тогда сможет. Причем, наверное, довольно долго. Пока ему мозги не вынесет. И что делать? Ничего. Ничего не делать. Главное, не кантовать его, не выяснять вот это вот все. Пусть ведет себя так, как будто бы у нее все очень круто. Таких любит. Это вот Снежек мой. Такая гордая, блин. И тогда мужик вообще может подумать, что это не он, это его использовали. Знаешь, как это цепляет? Ну, в смысле, я не знаю, ну, пацаны так говорят. Короче, главное вести себя нормально. Сопли не наматывать на кулак, все будет норм. Пойду открою.
Почему ты ушла? Что случилось? Она хотела. Я не уйду, пока ты не объяснишь, что произошло. Мне нравится другой. Но это неправда. Нет, это правда. Мне нравится Андрей. Всегда мне нравился. Тебя использовал для того, чтобы научиться целоваться. Вот и все. Теперь ты свободен. Ладно. Постараюсь тебя забыть. Я вот собираюсь проверить нас на наличие клещей. Боюсь их дожуть. Эй, Наденька, дорогая, кто чего боится, то с тем и случится. Да. Хорошо, теперь я буду бояться новой машины, миллиона долларов и похудеть. Ну, ребята, сейчас мы прошли аккуратно. И скорой буду бояться. А скорой? Маша. Что? Маша! Что случилось? Она там, ее увезли. Она жива? Да, конечно. Так, ну что ты мямлишь? Ты говори толком. Ну что, он в обморок упал, и я... Так, это приступ. Сознание? Так, Витя, какой автобус, чтобы я как в больницу... Какой автобус? Я тебя довезу. Держи. Ты говорил, что у тебя машина... Да сошла. Нормально, как-нибудь домчу. Пошли. Мы ее привели. Все необходимые процедуры сделали. Но этого мало. Операция нужна. Завтра. У нас как раз назначена операция. Как, у нас? Нет, в Москве. Мы возвращаемся в Москву. Сегодня ночью летим. Нельзя. Ваша дочь дорогу не перенесет. Как же так? Так, ну, сделайте ей операцию. Вы же врачи. Что вам для этого нужно? Деньги? Сколько? Вот ее полис. Полис – это хорошо, но нужно другое. Высококлассный. Кардиохирург. Подождите, а вы что, не хирурги? Понимаете, у нее аортальный стеноз. Таких пациентов мы отправляем в Калининград, в областную больницу. Ну так отправляете, ну. Мы так и сделали, но только на дорогу уйдет время. Времени у нее нет. Е-мое, опять вас искать. Так а что же нам делать, ну? Она где? Я увидеть ее могу? Ты не ругай себя за то, что ты меня сюда привез. Это были лучшие дни в моей жизни. Спасибо, пап.
Да, алло. Привет. Привет, извини, я тебе не звонил. Я еще не посмотрел все варианты квартиры. Неважно, не смотри. Пришлешь мне новую? Да нет, я передумала размениваться. И вообще, ты меня слушаешь? Да, ты сказала, что передумала размениваться и вообще. А что вообще? Я передумала разводиться. В смысле передумала? Я думала, ты обрадуешься. Ну что ты молчишь? Ты еще хочешь сохранить наш брак? Тебя кто-то обидел? Я же знаю, что со мной всегда так. Ну, еще бы, столько лет вместе были. Почему ты сказал, что были? Ну, не молчи, ты... Очень многое поменялось. Да-да, ты встретил другую. Да. Я встретил другую точно так же, как ты встретила другого. Перестань. Я ошибалась, я была дура. Хорошо, только ничего уже не вернусь. Все, пока. Аркаш. Слушай, Игорек, а может быть бабку какую-нибудь позвать? Ну, есть у нас тут одна. Ну, ладно, извини, это я ляпнул, не подумавший. Ну, просто ж надо что-то делать. Добрый день. Добрый день. Вашей дочери делать операцию необходимо. Я мог бы назначить кардиохирурга, но шансы минимальны. Несколько минут. Несколько часов. Максимум сутки. И что вы нам предлагаете? Вот так вот здесь просто сидеть и ждать, да? Вы знаете, в нашем городе сейчас находится один столичный кардиохирург, Марков Аркадий Юрьевич. Я пытался ему дозвониться, но он не отвечает. Вы поезжайте сейчас к нему в гостиницу «Волжья», разыщите его и попробуйте говорить, чтобы он приехал к вам и проконсультировал. Всего доброго. Спасибо, доктор. Спасибо. Давай, доктор. Как выписался? Когда? Только вышел. Держи, держи его! Да держи его! Его! Стойте! Простите, вы кардиохирург из Москвы? Там, в больнице, моя дочь с пороком сердца. Нужна ваша консультация, вам в больницу надо. Нет, это вам в больницу нужно. У меня в аэропорт, у меня самолет скоро. У вас местный хирург не проконсультирует, так что вы извините, правда, времени нет.
Машенька, прости меня. Я бы очень хотел встретиться с тобой при других обстоятельствах. Очень. Решили оперировать здесь. Аня, подожди. Будем готовить вашу дочь к операции, иначе там до завтра может не дожить. Аля, в общем, мы не приедем. Давай вылетай первым для рейса, если хочешь увидеть Машу. Телефончик выключаем, пожалуйста. Сейчас. Буквально я договорю. Олег, я не понял, ты что-то говорил про Петрову, я не расслышал. Говорю, мать ее звонила. Операции не будет. Завтра оперируешь Терехина. Как не будет? Я ничего не понимаю. Ну, Петрова где-то в Зеленоградске. Поехала и застряла там в больнице. Вот пусть их медики с ней и разбираются. Можешь скинуть мне ее номер, я с ней сам поговорю. Слушай, давай так. Я тебе скидывать ничего не буду. Вопрос с Петровой закрыт. Телефон? Завтра оперируешь Терехина или я оставлю вопрос о дисциплинарном взыскании. Все. Спасибо. Ты сделал меня счастливой. Важно, что теперь умирать не обидно. Сядьте на место, пожалуйста. Мне нужно выйти. Вы сейчас не выйдете, трап уже отогнали. Сядьте, пожалуйста. Вы подгоните его обратно, я не лечу. Сядьте на место, пожалуйста. Я же ясно сказал, я никуда не лечу. Слушай, вот если бы ты пьяный здесь был, да, стюардесс лапал, песни орал, ты бы никуда не летел. А раз трезвый, сядь, пристегни ремни и расслабься. Вообще-то я домой хочу. Сядьте на место, пожалуйста. Ну что, тебя подвинуть? Или сам подвинешься? Хорошо. Когда вы ели последний раз? Вчера. Очень хорошо. Доктор, скажите, пожалуйста, со мной все будет в порядке? Я не умру? Ну вот если вы нам будете помогать, не думать о плохом, беречь силы, все у нас получится. А вот скоро придет анестезиолог, задаст вам несколько вопросов. Вот с ними поговорите. А папа? Ну, в коридоре сейчас его сюда нельзя. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Встретиться с тобой при других обстоятельствах. Очень.
зарядку телефон поставить. Срочно, девушка. Девушка, пожалуйста, мне очень надо. Ну, пожалуйста, поставьте телефон на зарядку. Девушка, что вы делаете? Поставьте телефон на зарядку, девушка. Пожалуйста, пожалуйста. Тормознуть самолет, где ты даешь. Хорошо, если хоть в обычном хулиганстве обвинят. А могут они что-нибудь серьезнее впаять? Типа терроризма? Да запросто. Ты зачем зайти-то решил? Я кардиохирург. Отведите меня в вашу местную больницу, меня там пациентка ждет. Ха! О, загнул! Это ж надо, кардиохирург! Это у тебя случайно не погоняло, а? Я кардиохирург. Позвоните в вашу местную больницу, меня там знают. Я вас очень прошу, это вопрос жизни и смерти. Отвезите меня в больницу, потом отвезите куда угодно. Но так мы можем спасти человека. Я очень прошу. Больница. Старший лейтенант Колесников беспокоит. Соединитесь с главврачом, пожалуйста. Здравствуйте. Мы тут задержали некого Маркова Аркадия Юрьевича. Знаете такого? Да. Угу. Да, хорошо, я понял. Да, давай быстро в больницу, быстро, быстро в больницу. Ты что, Семен? Под мою ответственность. Мария Петрова, 21 год. Диагноз – аортальный стеноз, верно? Аркадий, спасибо, что согласились. Через несколько часов я должен был оперировать вашу дочь в Москве. Я сделаю это здесь и сейчас. Спасибо, доктор. Показывайте. Или это опять сон?